Здравствуйте. Здравствуйте. Пусть компания «Эфир». Разговаривать с нашей съемочной группой Нижнекамка отказалась. Судя по всему, сегодня ей просто стыдно. Буквально на днях именно за этими дверями произошла семейная ссора, в которой дочь избила собственную мать скалкой. Все началось с того, что 24-летняя женщина выпивала вместе со своей подругой, но когда алкоголь закончился, дочь попросила у матери ее сережки, чтобы продать их и купить спиртное. Со слов потерпевшей, ее дочь нанесла ей скалкой несколько ударов по различным частям тела и похитила золотые сережки стоимостью 6 тысяч рублей. О том, что по соседству живет девушка, которая любит принятие на грудь, говорят и соседи. Альбина, старшая по дому, обо всех проделках в этой семье знает не понаслышке. Мама-то вроде бы порядочная, дочь непорядочная. Не говорит вслух. Дочь непорядочная. А что там? Ну, детей забрали у ней. Троих детей забрали. Лишили материнства. Альбина, тебе вот это надо? Он пьет, гуляет. После этого в компании своей подруги они направились в ломбард, чтобы сдать похищенные сережки. На вырученные деньги они приобрели алкогольную продукцию и направились к своему ранее знакомому парню, где через несколько часов были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Задержанных отпустили под подписку о невыезде уже через несколько дней, поэтому делу пройдет судебное заседание. Сейчас следственными органами рассматривается вопрос, по какой статье ее судить – грабеж или разбой. Ведь при попытке забрать те самые сережки задержанная применила в качестве оружия скалку. Андрей Трофимов, Артур Давлекаев, Александр Федосеев, «Эфир 24».